сегодня хочу отойти немножко от китайской темы. Мне пришли монеты. Сейчас мы вскроем и посмотрим. Монеты мне пришли, потому что я занимаюсь как бы коллекционированием, нумизматикой. Начал заниматься недавно. Покажу позже, какие у меня есть альбомы, что я уже собрал. Если кто-то интересуется, собирает тоже, коллекционирует, скину ссылочку на этот магазин. Магазин довольно-таки хороший, можно пользоваться. Да, это пришли монеты. Вот, такого плана, 10-рублевые. Это у нас города-герои. Вот в этот альбомчик, вот он у меня собранный, но не до конца. Будем добирать. Этот альбом я уже собрал. Вот. Серия 200 лет победы России в Великой Отечественной войне. Тут у нас мемориалы и полководцы. Великие герои и полководцы. Это у меня собранный. Это города-герои 2-рублевые. У меня тоже собраны. Это вот альбом «Казань», две монетки к Олимпиаде в Казани, тоже собрал. Присоединение Крыма и Севастополя, собранная у меня. 70 лет победы тоже собрал. Вот хочу, соберу этот альбом. Потом начну собирать биметаллические монеты. У меня несколько есть, только осталось найти под них альбомчик. И буду собирать уже биметаллические монеты. Всем спасибо, кому интересно, пишите в комментариях. Поделюсь, где можно что достать, где можно что найти. Есть что-то у меня, могу поменяться, пишите. Сообщайте в личку, на e-mail. Будем общаться, будем меняться. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал. Будем снимать еще видео.